благоприятен для людей, родившихся в годы тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день идти в хувараки, выдвигаться на новую должность, строить дуган, субурган, делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения, завершать начатое дело, проводить обряд жаптуй, собирать вещи, брать деньги в долг и покупать домашнюю живность. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы коровы, дракона, овцы и собаки. В этот день не стоит писать сочинения, издавать труды по научной деятельности, слушать поучения, лекции, устраиваться на работу и нанимать работников. Стрижка волос к приумножению богатства. Отправляться в дорогу к разочарованию. Задуманное не получится. Абсолютно безопасные. Стоят меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.